снегу, дождю, ветру навстречу, в дымке ущелий, через туман, всегда без остановки и покоя. Я бы лучше истязал себя страданиями, чем переносил столь радости и жизнь. Увлечение от сердца к сердцу, ах, сколько это приносит страданий! Как мне сбежать? Уйти в лес? Все, все напрасно. Венец жизни, счастье без покоя, все это ты, любовь. Франц Шуберт действительно создатель песни, написавший 300 песен. Первый князь немецкой песни, его называют князь песни. Действительно, его известность приходится на 30-летие после его смерти. Цивилизация заново открыла творчество Шуберта уже примерно 20-30 лет спустя, когда была найдена рукопись его неоконченной симфонии знаменитой. До сих пор объявляются конкурсы по окончании этой симфонии, по написанию третьей, четвертой части. На самом деле это, конечно, неправильно, потому что именно в этих двух частях он сумел воплотить все, что хотел сказать. То есть лаконичность формы для Шуберта также очень важное явление. Сегодня прозвучит песня Шуберта «Неутомимая любовь». Исполняет Алексей Чувашов, баритон, и Мария Полшкова, фортепиано.